Итак, друзья, сегодня ролик про самый ожидаемый гаджет осени 2024 года. Все правильно, это iPhone 16 Pro. Версия Pro Max меня не интересует, вы же знаете. Люблю поменьше. Приехал. Прям ко мне в руки. Из далекой Европы. Нет санкций. В цвете White Titanium на 1 терабайт. Именно европейская версия. Прежде чем распаковать, скажу, что я с первого дня продаж замучился искать именно версию для Европы. На российском рынке самые популярные — это Арабские Эмираты, немножечко Японии, ну и китайские версии там на 2 физические силы. А Европы днем с огнем не сыщешь. Вплоть до 5 октября не было. Причем версия Pro, она более редкая. Pro Max'ов полно европейских. А прошки нету. И несмотря на то, что цвет есть Desert Titanium, это типа новый цвет. Хотя по факту это золотой, как обычно. Золотой iPhone. То в этом году, судя по продажам, что цвет White Titanium самый продаваемый цвет. Коробочка с прошлого года не изменилась. Тут все так же. Под ультрафиолетом светится QR-код и яблоко. Яблоко сюда не положили. Я это уже знаю точно. Зарядки тоже нету. А эта версия не просто там для Европы, а QN. Это коды страны Швеция, Дания, Исландия, Норвегия. И давайте распаковывать. Уже что-то нету вот этого шарма пока у меня. Ну, как-то оторвались, они оторвались. А вот здесь другое дело, друзья. Посмотрите, какой он беленький. Вы только посмотрите. Белый. Белый. Мой Natural Titanium уже поднадоел. Хотя тоже красивый, но нет. Белый есть белый. А еще бывает Black Titanium. Кстати, Natural Titanium версии 16 немножечко отличается от прошлого года оттенком. И Desert Titanium. Не знаю, конечно, о вкусах не спорят, но Desert Titanium мне чего-то вообще не зашел. Итак, давайте дальше. Что-то запаха вообще какого-то не чувствую. Может быть, здесь? Да, здесь есть, но какой-то не очень. Так, давайте его отложим в сторону и посмотрим, что внутри. Начинка, беднота. Вот здесь скрепка. Здесь тряпичный кабель Type-C на Type-C. И вот такой буклетик. Ну что такое? Экология? Нет, это жлобство. Блока питания нету. Яблочков нету. Нифига нету. И вся распаковка. Больше ни хрена. Но жлобство, друзья. Это самое натуральное жлобство. Apple разочаровывает. Но мне, если честно, больше интересно проверить его в деле. И сравнить с другими айфонами. А вот это неизменно. Мне нравится. Прям как, какой девственный экран. Давайте нажмем включить. Яблочко. И выбираем русский. Россия. И теперь, когда мы его распаковали, нам надо его восстановить. Ну как восстановить? Перенести из резервной копии с моего старого iPhone. Целый терабайт с одного на другой. Вот уже пишет быстрое начало. Это же охренеть, сколько он будет переноситься. Я это все сейчас сделаю, вернусь и поделюсь. Как в этом году реализовала Apple данную возможность? Ведь старенький мой переходничок уже не подойдет, потому что и здесь Type-C. Так что не переключайтесь. Я уже пошел настраивать и переносить.